Migratsiya agentligi Rossiyadagi o'zbekistonliklarni ogohlantirdi. Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi Rossiyada vaqtincha mehnat faoliyatini amalga oshirayotgan o'zbekistonliklardan Rossiya va Ukraina o'rtasidagi ziddiyatli hududlarga jalb qilish haqidagi da'vatlarga ergashmaslik, ziddiyatli hududlarga bormaslik va harbiy harakatlarda ishtirok etmaslikni so'radi. Qayd etilishicha, Jinoyat kodeksining 154-1 birinchi moddasida chet davlatlarning harbiy xizmatiga xavfsizlik, politsiya, harbiy adliya organlari yoki shunga o'xshash boshqa organlariga xizmatga yollanish 3 yildan 5 yilgacha ozodlikni cheklash yoxud 3 yildan 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanishi ko'zda tutilgan. Представляем вашему вниманию пластыри Тиноки. Очищают организм от токсинов, улучшают кровообращение, ускоряют обмен веществ и повышают иммунитет через активные акупунктурные точки, расположенные на ступнях ног. Эффективность пластырей Тиноки доказана многочисленными клиническими исследованиями. Заказывайте детоксикационные пластыри Тиноки прямо сейчас. Не дожидайтесь того момента, когда ваш организм сломается под ударами современной экологии. Начните помогать ему уже сегодня. Граждане мужского пола до 50 лет, годные по состоянию здоровья, служившие в армии. Даже если у кого нет гражданства, на сегодняшний день, кто подписывает контракт, получение гражданства да, ускоряется и очень быстро. Не надо тут 5 лет ждать, когда получите, значит, если заключаете контракт на год, либо на полгода специальной военной операции, вот, гражданство контрактнику или члену его семьи сразу отправляешь. Ну и денежное содержание там неплохое, скажем так, и за временные выплаты до 175 тысяч рублей. Если кто будет участвовать в зоне социальной операции, плюс боевые, ну и все социальные льготы, все много семьи. Это секции бесплатно, ежемесячные выплаты, единовременные выплаты от губернатора, от Министерства обороны. Поэтому, ну, я сам с Кавказа, я знаю, да, какие-то боевые парни, но я знаю, что связи тоже непростые люди. Я надеюсь, что кто-то дорешится прийти ко мне в военкомат. Пообщаемся более подробно, вам там все расскажем. Сейчас поставляется контракт, тоже упрощенная система. Не надо сдавать там кучу анализов, ходить по врачам, выпрашивать какие-то справки. Пишется расписка, что я здоров, годен и готов. В один день проходится медицинская комиссия, и кандидат отправляется пункт отбора гражданного института по праву на цели гадится. Все очень просто. Поэтому сразу все буду вас видеть и понимать.